Те, кто добился успеха в своей сфере, те, кто изо дня в день делает нашу жизнь комфортнее и прекраснее. Лучших предпринимателей Сарова по традиции выберут жители города. На ежегодный конкурс обычно отбирались 3 претендента на каждую номинацию. В этом году к голосованию допускаются все желающие. Победители будут выбирать из сферы образования, здоровья, общественного питания, среди бьюти-мастеров, начинающих предпринимателей, людей и организаций, которые производят товары и услуги для дома, работают в социальном направлении, обеспечивают информационной поддержкой и рекламой других бизнесменов. Предприниматель, который желает принять участие в конкурсе, достаточно прислать на наш адрес электронной почты, либо ВКонтакте, либо любым другим способом. Можно принести лично. У нас же двери уже не закрыты, к нам уже можно приходить. Принести заполненную элементарную заявку. Предпринимателю достаточно написать 2 предложения о своей деятельности, можно больше, мы не против. Указать свои контактные данные и выбрать номинацию, в которой он хочет участвовать. Это может быть несколько номинаций. На сайте Центра поддержки предпринимательства с 1 по 31 октября саровчане смогут проголосовать и выбрать лучшего в каждой из 8 номинаций. Победители получат рекламный ролик о своей деятельности. В 2-минутном видео профессионалы воплотят любую концепцию, которую захочет увидеть предприниматель. В этом году мы решили отказаться от статуэток, которые, наверное, не несут какой-то практической ценности, и дать что-то полезное, что может быть в дальнейшем использовано. А дальше эти материалы рекламные мы сможем транслировать у нас, предприниматель сможет использовать везде, где ему интересно. Вне конкурса наградят меценатов, организаций в сфере промышленности, торговли, услуг и тех, кто в период пандемии продолжил работу, смог перестроиться или расширить свой бизнес. Заявку на участие в конкурсе «Лучший предприниматель» можно подать до 27 сентября. Подробную информацию можно узнать на сайте Центра поддержки предпринимательства. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.